Уважаемый Дмитрий Анатольевич, я хотел бы доложить уже об исполнении поручений, которые были даны в рамках кадровой рабочей группы. В первую очередь мы сосредоточились на подготовке положения о конкурсах, которые мы обсуждали. Положение будет готово в течение 7 дней в том виде, вот в окончательном, как в сроке. Но я хотел бы рассказать о логике. То есть мы хотим сделать прозрачную, понятную систему, которая будет выносить наверх эффективных людей. То есть и давать возможность участвовать всем. То есть помимо того, что у руководителя, у председателя правительства будет возможность выбирать из 3-5 кандидатов, прошедших понятные этапы отбора, у общества будет возможность видеть эти этапы отбора с самого начала и участвовать в нем. То есть это будет некая как пирамида, только в обратную сторону, которая будет позволять всем желающим, и самовыдвиженцам, и людям, выдвигаемым общественными советами, и людям, выдвигаемым ведомствами, проходить... Пирамида в обратную сторону называется воронка. Да, это по сути это воронка, да, которая будет, да. Но это воронка с положительной обратной связью, то есть хороших людей она будет выносить вниз. У людей будет возможность понимать единые механизмы отбора, принимать участие. И в связи с этим мы также прорабатываем ваше поручение по использованию экзамена в рамках этой. Он должен быть единый, понятный. И требования по использованию кадровых резервов, потому что в этом случае они становятся эффективными. И это будет механизм как выдвижения, так и самовыдвижения людей. И также он будет экономить время, потому что это не значит, что мы объявляем конкурс, и тут только люди принимают участие в нем. То есть они могут заранее заявляться, проходить процедуры, доказывать свою эффективность и после этого участвовать в конкурсах, то есть, по сути дела, оптимизируя время участия. Ну и возвращаясь, вот тут до вашего прихода была дискуссия, кто будет идти по конкурсу, кто нет. Мы по-прежнему говорим о неполитических должностях. Политические должности остаются там вне компетенции этого положения. И последнее мы бы хотели, то есть поскольку это... Политические должности уже все придуманы, во всяком случае. Я в ближайшее время собираюсь их передать президенту. Да. И также мы бы хотели, вот в настоящий момент, мы готовим перечень ведомств, которые бы мы хотели в первую очередь провести по этому конкурсу. И если механизм докажет свою эффективность, дальше расширять его на... там, ниже, глубже и шире, на регионы, на муниципалитеты и так далее. Угу. Спасибо. Спасибо, Юрий Юрьевич. Я вот что хотел сказать. Все-таки мне бы, опять же, хотелось, чтобы доказать действенность нашей с вами работы, то, что мы недаром потратили последние 3 месяца, чтобы уже, ну, буквально после формирования самого правительства из политических, так сказать, назначенцев, мы, ну, может быть, даже до конца мая попробовали начать проведение конкурсов на те структуры, которые будут отобраны. Вот, и уже, может быть, я не знаю, там какие сроки предусмотрены этими конкурсами, но где-то в июне выйти на назначение некоторого количества людей для того, чтобы доказать, что конкурсная процедура работает, в том числе и на лиц, замещающих высшие должности в системе государственной службы. Вот, значит, так что жду тогда ваших предложений.